Пилотажная группа «Первый полет» все-таки прилетела в столицу республики уже второй раз в истории. Это единственный коллектив в стране, выступающий на спортивных поршневых самолетах Як-52 и Як-54 в составе пилотажной группы, молодые летчики-призеры чемпионатов мира и России по высшему пилотажу. Причем сольную программу на самолете Як-54 выполняет единственная в коллективе девушка Ирина Маркова. Петля Нестерова и Мельман, восходящие и нисходящие в бочки, повороты на вертикали, практически весь каскад пилотажных фигур и, наконец, рисунки фигур в воздухе дымовыми шашками не оставили равнодушными буквально ни одного чебоксарца и гостя столицы республики. Групповая слетанность пилотажной группы «Первый полет» настолько профессиональна, что дистанция между самолетами почти незаметна. Плоскость к плоскости, как говорят в авиации. А потому синхронность выполнения фигур в воздухе была практически безупречна. Друзья, эта фигура называется «Корона». Сегодня наш город по-настоящему заслуживает корону. Но мы от нее откажемся, потому что мы любим свой город не за подарки. Мы любим свой